Продолжаем дальше пробовать соки. На этот раз будем пробовать сок детский мультифрукт. Ой. А, ну да, все правильно, мультифрукт. Фрутоняня и агуша. Будем делать из них сравнение, какой из этих соков вкусный, а какой из них невкусный. В прошлый раз мне понравился фрутоняня яблочный от этой фирмы. Он очень вкусный, он без добавления сахара. Без добавления сахара для тех, кто, ну, может, кто диабетом страдает, может, тоже ему можно, может, нельзя. Я не знаю, это решать тем, у кого диабет. Я не знаю, но мне вот понравился этой же фирмы яблочный. Сейчас будем вот этот пробовать и вот этот. Сейчас я все покажу, как я буду пробовать. А потом, в следующих, чуть позже, выйдет вот этот ролик. Фруктовый осьминожка, натуральные фрукты. Вот это будет яблоко клубника. И выйдет у нас также, буду сравнение делать, на фруктовый батончик без добавления сахарокрасителей и ароматизаторов. Ну, сейчас посмотрим, какой из этих будет вкуснее. Ну, потом сравним. Сейчас будем соки сравнивать. Итак, в прошлый раз мы пробовали фрутоняню яблочный или агушу. Я просто не помню, какой я первый начинал. Ладно, давай-ка с агушу попробуем. Сейчас покажу, как я это буду пить. Так что будем сейчас пробовать вот этот сок. Что-то мне мультифруктовый с мякотью не понравился. Агуша. Сейчас попробуем этот же сок, только фрутоняня. Вот этот сок. Сейчас я вам покажу сок. Понравился фрутоняня. Вот. Сок фрутоняня. Он очень полезный и вкусный. Чем вот этот. Здесь много мякоти. С мякотью написано. Но он мне не нравится. По вкусу он... Сейчас даже скажу. Такое ощущение, как будто он кислый. А вот фрутоняня... Вот фрутоняня, вот этот сок, мне больше понравился мультифруктовый, чем агуша. Так что рекомендую фрутоняню детям, чем агуша. Почему именно рекомендую фрутоняню? Потому что фрутоняня очень вкусный и полезный сок, чем вот этот. Решать вам, какой вы хотите для ваших детей. Кто-то может фрутоняню выберет, кто-то агушу. Решать вам. А мое мнение я же сделал. Теперь ваше мнение в комментариях. Какой из этих соков намного полезнее? Какой самый вкусный сок, по вашему мнению? Сейчас, через 10 минут, буду пробовать батончик агуша вот этот. И также будут осьминожка фруктовый, фрутоняня, клубника, банан, клубника, яблоко, и тут клубник, яблоко, агуша. Вот эти будем скоро сравнивать. На этом заканчиваю видео. Всем удачи и пока. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите все в комментариях.